Да, я стою и тупо смотрю на воду. Вот и все. Самочувствие снова неплохое. Единственное, что сейчас слегка портит погоду, это легкое желание отлить. Но я думаю, оно позволит мне еще немножко прогуляться, а потом вон. Видишь, бачок кругляшка. Вот ТЦ Мари, который я облюбовал. Да, повторяю еще раз, что это один из немногих торговых центров. Я бы даже сказал, что это вообще один единственный в мире торговый центр, к которому я стал относиться с любовью, который мне нравится. Ну, я там был, я уже показывал. Почему? Потому что он... Вообще это... Потому что смотри, да, вот я, кстати говоря, нашел объяснение, блин, все просто. Почему мне нравится этот торговый центр, почему я к нему отнесся с любовью? Да потому что он строился как спортивный комплекс. Это первоначально не ТЦ. То есть это огроменный спортивный комплекс, просто огроменный. Ну, потом, кстати говоря, смотри еще почему. Продолжаю объяснять. Потому что затем он стал заброшкой. А что тоже делает его более привлекательным. Я определенно люблю заброшки, это определенно. Я из тех, кто любит заброшки. Ну, знаешь, еще опять же, люди ведь как устроены? Кто-то любит в открытую, а кто-то тайно. Активно еще к тому же и делает вид, что не любит. Ну, та самая известная схема из фильма «Красота по-американски». Кстати, если ты не видел этот фильм, то рекомендансьон, как говорит Антон Птушкин. В «Красоте по-американски» эта схема продемонстрирована. Человек, который хаял геев, значит, так сказать, кулаком против них, да, сам оказался таковым. Вот. Ну, да я никого не осуждаю. Я говорю, что я вообще человек общительный и... Да и вообще у меня есть серьезные сомнения. Человек ли я вообще? Ну, это давай уже потом. Ну так вот, значит, ТЦ Мари, ребята, был долгостроем. Не то, что заброшка, он был долгостроем. То есть он начал строиться там в начале нулевых. И лет, по-моему, на 10 он был застопорился строительство. Короче, лет на 10, ребятки, вот. А потом его неожиданно закончили и открыли. Ну, там, кстати, был хороший магазин «Алиф». Мы там подруге моей курточку кожаную прикупили лет 10 назад. Вот, и, в общем... ну, чем он хорош? Он хорош простором, понимаешь? Вот опять же, что такое уют? Что такое уют? Вот по моему определению, вот у меня я могу сам сейчас сказать глупость, да? Ну, скажу, что вот по моему определению. По моему определению, уют — это теснота. Синоним. То есть это вот... Мы были в Омске, опять же, с подругой, когда были в Омске. Год был, по-моему, это был 13-й год. Даже я тебе точно назову, это был 1 марта 13-го года. Мы там останавливались у сокурсницы моей мамы в квартире, которая напоминала шкаф. То есть заходишь, там и шкафами все заставлено, и сама квартира как шкаф. Все узенькое, потолки низкие, значит, под потолок, значит, это самое... Стенка, да, шкаф-стенка, ковер на стене, ковер на полу, огромная трехспальная кровать «Ленин с нами», там пудра, прах Ильича, все такое. И очень уютно, ребята. И вот тогда уже, когда я четкое определение составил, что уют — это теснота. Так, ребята. Ну, а это Москва-река, в ее... В нижнем течении, да, вот здесь у нас на районе. Хотя мне женщина написала, что... Кстати, женщины в основном очень агрессивные филологи и всегда делают замечания: так говори, так не говори.
почему-то именно женщины. В общем, мне сказали, что нельзя говорить на районе, что это блатной жаргон, что нужно говорить в районе. Ну, согласен, кстати, с этим. Там, в этих блатных штуках нет ничего хорошего, если особенно это становится, так сказать, строго обязательным для всех. Становится во главе общества, тогда это уже беда. Да, в нижнем течении здесь, то есть она здесь грязная. Абсолютно. Вот. Корабль. Читая Робинзон Крузо, как он радовался кораблю. Гораздо хлипче, да и поменьше. А это вот речной корабль железный. Ладно, будем держаться курса. И, блин, я еще раз тебе говорю, что свою жизнь я не совсем рассматриваю как частную. Может быть, это говорит о каком-то предназначении для общества. Может быть, это говорит об инопланетности. Я не знаю, но если тебя интересует вот лично моя жизнь, то я постоянно об этом говорю. Я говорю о том, что я презираю понятие судьбы, презираю опыт, презираю понятие невозможного. В общем, сам можешь судить, насколько все запущено у меня. Так. Но тем не менее, на мой взгляд, что свет, добро, оно рождается из ниоткуда. Оно рождается благодаря твоему желанию. Мне кажется, так.